наверх. А что, она не защелкивается? Не держится? Давай, я подержу тебя. Значит... Женя, задачу теперь сделай. Давай. Да, ну у тебя с каким усилием нужно ее тянуть? Нет. Все, не работает. Подожди, вот это закрыл. Ну, ты его открыл. И это сейчас варил тот, который... Твоя работа, как все, она сейчас открыта? И вот это упирается вот в эту штуку. Паровоз лучше, потому что на нем можно завернуть так, как ты не завернешь. Да? Я всех выгрузил. И... Тоже такое. Был бы нормальный шишак какой-нибудь еще можно. Я бы не сказал, что он сидит. Так, ребята, коротыш такой, не очередной, заехал, короче, на заправку заправиться. Подходит ко мне, спрашивает, блин, по-немецки разговариваешь, это, ну, короче, я его нормально по-русски с тобой разговариваю. Блин, заехал там, хотел развернуться, блин, и, короче, где-то он застрял там в луже или еще где-то. И... Не знаю, сейчас поедем, как-то его прицеп надо достать. Я хрен узнает, мне жопы сдавать или как, или чё, блин. Есть, твою вынесли. Ага, вон там он задним моргнул. Стоит. Вон задний свет включил. Да-да, я еду. Привет. Добрый день. А чем утонул? Передом? Не, задом тянул. Задом вытаскивал. Его сюда вязали, блядь, нахуй. Я же говорил, он порвется. Ну. Надо, ну, по идее, нормальный трос этим, блин. А это сам, видишь, меня служило. Я вон там сидел, блядь. Вон. Уже вытянул. Вон. Да, а вот сюда, блядь, начал ехать, блядь, прицеп по сюда, нахуй, я головку сюда встал, блядь, и сидел. Ох, ни хрена. Да тут неплохая лужа такая. Блин, ну я не знаю, таким обычным ремнем уже обратно порвется. Это как... Не, он давал такие, ну, какие-то широкие, потому что наши порвали, а потом он какие-то широкие давал. И так стянули. Ну, у меня широких нет, у меня обычный, чем этот крепить. Ну, это, в принципе, вот то же самое, что у тебя там и сзади висит. Ну, это старый, это то, что собирали, что он давал. Там вообще пипец, да? Да пиздец, бля, скинул его сюда. Я был прямо, видишь, я хотел... Ну, блядь, тут вообще болото. В машине сидишь. А у тебя есть вообще за что сзади крепить или... Да, вот мы за вот эту вот крепили. Вот за эту фигню, блядь. Да он уже, блядь, надо, блядь... Да он его порвет, он прорежет. Он уже прорезанный, блядь. Надо... Это... Косы туда закладывали, старые. Другой надо ставить сюда. Это... А надо за эту сторону теперь, чтобы сюда стянуть, блядь. То он сюда стягивал, блядь. Он груженный, пустой? Не пустой, но у нас 2,5 тонны. Да если бы груженый, может, она лучше бы ехала, блядь. Теперь вопрос. Ну ладно, ты там вообще бы, наверное, груженому сел бы. Надо сюда вот за всю сторону цеплять, блядь. Продевай одну сторону через швеллер. Ну, и крючок мы за крючок сейчас здесь зацепим. А вот эту забирать, да? Не, все, вот эту сторону протягиваю, ну, через швеллер. А вот эту как сделать, блядь? Протягиваю вот эту сторону через швеллер. Одну? Да. Вот эту? Да. А ну держи. Сейчас я подмотал, блядь, чтобы туда перерезал его.
старый подмотал сюда. Что, вот. Натягивать, да? Продевай сюда. Вот эту? Да. Именно куда? Вот сюда. В эту дырку? Да. Так. Есть. Сейчас, блядь. Ой, я не... Все, все, тяни. Так. Что дальше? Еще тяну? Нет, теперь нужно... Что делать? Я не понимаю эту хуйню. Так. Ничего не видно, конечно. Там на фонарь не заходит? Что было? Он толкает? Нет. Блять, у кого-то что-то оторвало. Да не, какие-то хрен. А? А чё связка? А чё связка, чё живете? А чё? А, ребят, не, ребят, бесполезно. Крючок оторвало. А? Крючок оторвало. Крючок где-то валяется. Вон, крючок. Нет, да нет, таким тросом не вытянешь. Полезно. И теперь еще проблема, что это... Сейчас я назад сдам, подожди. Не, ребят, обычным тросом тянуть вообще бесполезно. А чтобы его просто связать без этой штуки? Да он все равно порвется. Да. Он не выдержит. Если уже крючок согнуло в три погибели и металл порвало. Тебе надо трос отнять быстро. Хочешь что, блядь, из-за балки? Че, за что? Я не знаю, за что цепляться даже. Так, теперь как это надо? Сейчас вытащить, наверное. Из единственного я не знаю. Здесь и впереди. О, он и здесь перетерся. Не-не-не, подожди, не тяни. Здесь есть впереди это фирма с этими обшлеп-машинами. С какими? Ну, которые машины вытягивают. Это уже на самый крайний случай. Это эвакуатор есть? Да, типа того. Дорогие, наверное, это я, честно говоря, не могу сказать. Блин. А ножик еще есть? Да. А здесь рядышком она где-то фирма? Да, вон там вот впереди где заправка. Ага. И вот прямо как в сторону этого автобана выезжать. Да. Она там вот находится на углу. Не, не, ребята знатненько засели, конечно. Вообще просто без вариантов. Сзади зацепить за прицеп не за что. Был бы нормальный шишак какой-нибудь, еще можно было бы. А и это цеплять негде и перетирает. И вот тут полная грязюка. Я бы не сказал, что он сидит. Оно вся замылилась. Он сел передом. Вот чтобы просто вам показать. По морде засел, он просто там, наверное, лег. Потому что впереди у нас осколки чего-то лежат, но они пособирали там. Завали пытались.
Вон отрывали все. И, видимо, он подкрыльник. Все. Я не утонул. Ой, походу я утонул. Нормально вообще, если кто-то вот сюда заедет, вот здесь за раму их зацепить. Нормальным шагом, чтобы вытянуть было. С подложкой какой-нибудь. Да. Короче, они ушли искать что-то где-то. Не знаю, что и где. По факту, вон там сзади есть стройка. И если кто-то придет, они, по идее, могут там трактор спросить, чтобы вытащил или еще что-нибудь. Не судьба. Так что, ребята, не заезжайте лучше никуда нафиг в такие места. Короче, я хотел помочь, но не судьба. И вот тоже, вот с одной стороны, меня как бы удивляет, вот прицеп, вот что у меня, что у них, почему сзади нету, блин, места, куда зацеплять трос. Это как? Какой-нибудь сам обычный, я не знаю, карабин какой-нибудь повесили, который выдержит еще что-нибудь. По факту нифига нет. Вот такие, короче, истории, ребята. Ну, хотели развернуться там. Ну, по крайней мере, как они говорят, хотели развернуться. Ну, блин, ты же видишь, куда едешь? Да. И к этому сказать, это все находится не где-то там на отшибе, что рядом ничего нету, или это обычные деревушки, город рядом небольшой есть. И по факту вот этот объект находится прямо вон там вот справа. Интересно, как тут людям живется, когда что-то там начинает происходить, это же шумно. Так, что у нас тут еще есть? Все огражено забором. Это логично. На мопеде впереди. Не, не гонишь. Нет, сейчас можно. Так, мне нужно куда-то тут свернуть. Так, вот мы с вами подобрались. Так, Airbus A400M Baustelle Tour 1. Нет, мне не сюда. Что-то они тут еще строят. Мне сказали, по идее, заезжать на главном входе. Флигерхорст Хауптвахе. Да, нам сюда. Это, ребята, военно-воздушная база. Впереди самолеты стоят. Терминал Анкунфт Абфлюг. Сейчас пойдем смотреть.
Uff. So, Hauptstraße. Jawohl. Sportplatz vorbei. Ja. Das ist die Hauptstraße. Dann kommt auf der linken Seite eine weiße große Halle. Jawohl. Dahinter ist Frachtweg. Okay. Und da musst du ganz hinten hin bis zum Zaun. Also, jawohl. Ja, das ist diese 195. Okay, jawohl. Lager, ja. Gut, danke. Okay, und Ansprechpartner, den kriegen Sie dann wieder, wenn Sie mit dem Besucherschein wiederkommen. Alles klar, jawohl, gut, danke. Ja? Круто. Паспорт у меня забрали. Дали бумажку, которую должны будут подписать те, где я буду выгружаться, и когда я буду с ней выезжать, мне им надо отдать, и мне вернут паспорт. Все, я теперь никто, блин. Все, ребята, мы с вами на военно-воздушной базе. На этой территории мы никто. Я хочу сказать, относительно не особо проблематично сюда въехать. Может быть, оно не настолько строгайшее, или как это назвать, какой-то военный объект, я не знаю. Нет, туда я посмотрел в сторону самих взлетных полос и самолетов, там еще одни шранки, потом еще одни шранки. Как бы везде там все огорожено, и везде в основном, я вот заметил, я пока заезжал, на шранках сидела тетя. На этой бахе сидел мужик и тетя тоже. У тети еще такое вверху здесь на глазу, вверху, где бровь. Такие, по-моему, 3 или 4 звезды было на татуировочка. Блин, справа на шранках там тети сидели, я хочу сказать. Как бы что-то тут много теть. Дяди где? С правой стороны стоит техника. Кукаету. Машины. Ну, такие вот тут спецтехники. Вон от дороги огорожено, а мне куда-то вот сюда. Конец, приехал я. Так, мне где-то здесь выгружаться. Военные стоят, грузятся. Та-ра-та-та-та! Давайте убирайте все легковые машины. Ну что, военным тоже нужно утеплять здание. Зимой мерзнут. Пенопласта не хватает. Сейчас мы быстренько это все выгрузим. И свалим отсюда. По факту здесь в некоторых частях вообще нельзя находиться тем людям, у кого проблемы с сердцем. Либо вот, которые есть эти агрегаты на сердце стоят. Запрещено. Так, осталось у нас 2 метра на машине. И 2 метра на прицепе. Сейчас закроемся. Плану перетянем. И да, выгрузимся. Все, выгрузился я.
Сейчас будем выбираться по другой дороге, попробуем, по крайней мере, здесь проехать, потому что немножко узенько, но здесь я не развернулся бы, и жопой выталкивать тоже не особо вариант. Но что-то у меня такое ощущение, что я сейчас... как раз там возле легковушки пролез. Ну, сейчас понятно, что я бордюр соберу. Но это у меня как бы на данный момент самое наименьшее, что интересует. Здесь мне уже некуда. Здесь я уже все аккуратненько. Оп, оп. Так, этот столбик там не собрать. А я сейчас везде бордюры пособираю. Ё-манай. И это сейчас бордюр соберу. И там бордюр сейчас соберу. Упс. Аккуратненько. Мы сейчас по-другому сделаем. Мы сейчас ось подымем. Это как раз на бордюр заедет. Опа, нормально все, вторая заехала и слезла. Главное, чтобы вдоль бордюром колесом не делся. Это самое, это. Чтобы боковушки не испортить. Все, погнали убираться отсюда. Все, выехал я оттуда. Мне уже прислали, у меня две загрузочки. Ну, относительно так, недалеко друг от друга. Сейчас, блин, он тут на шранке поезда встал. Интересно, как долго? Ага, сейчас одну загрузим, вторую загрузим. Да, там уже можно и на паузу остановиться. Ну, да, завтра мне... О, поезд едет, смотрите. С вагоном, собачьим. А завтра мне у нас возле нас там в Гере выгрузится, потом загрузится, наверное, опять пенопласт куда-нибудь. Так, у меня проблема. Проблема вся в пробке на двойке, там 20 километров. Просто пробка. Я по-другому навигатору выставил, по-другому ехать. Потому что, как мне сказали, которые сейчас там проезжали, там в самом впереди вдолбался фура в фуру, там еще легковые залетели куда-то, там вообще полный трэш. И по факту мне, где вот здесь заезжать на двойку и потом на 352-й автобан сходить, там тоже, короче, блин, легковушка под фуру залетела. Как-то, я не знаю, что там вообще происходит, вообще полная жесть. И поэтому мной было... Навигатор показывает, типа, все равно, типа, ехать, и ты там 7 минут постоишь и свернешь. Но я не особо доверяю таким предсказаниям, особенно если это второй автобан. Так что я лучше вообще по кругу через дебри. О, молодец, перестроился. Вот так вот мы поедем. По кругу через дебри, но я буду наверняка уверен, что я доеду и за то же самое время или даже быстрее, чем я на автобане все это простою, блин. Goodbye.
do you remember when you said you'd stay? When all of our memories kept us feeling okay. Та-ка-та-ка-та-ка-та-ра-та-та. Погрузчик я отцепил. Ворота сзади я открыл. Сейчас мы... 27-я рампа, блин, я надеюсь, мы долго не будем стоять. Туру-ту-ту-туру-ту. А, давайте сразу здесь крутанемся. И под рампу... Там сзади. Вон на 27-я. Возле Павела. Павел. Что-то я неправильно сделал. Ну ладно. Надо просто вперед протягивать. Оп! Иди. Ально. Ну, сейчас мы прицеп поднимем немного. Оп. И толкаемся. Потихоньку назад, встаем только ровно, чтобы нам можно было открыться, дольше выгружаться. Все. Пойдет. Вот так вот. Ту-ду-ду-ту-ду. Пошли грузиться. Я, блин, думаю, почему у меня вот эта штанга не садится нормально. Получается, здесь пазы вот такие. И она вставляется вот сюда. Так, чик. Проблема вся в том, что здесь сварка отвалилась, и она отошла. Видите, да, у меня даже сварочные эти перчатки. Сейчас заварим быстренько. И поедем. Не, шутка, перчатки мне эти, потому что я свои проканал, а эти у меня просто лежали. Я не мне папа с работы приносил, их давал. Так, сейчас я вешаю вторую, закрываю, зацепляю погрузчик, и мы валим отсюда на второе место грузиться. Здесь мне 8 палет загрузились чипсами, есть что похрумкать. Нам-нам-нам. Барбекю, барбекю гишмак. Майс, картофель, снейк, фигня, короче. Не. Блин, эта штука тяжелая, каждый раз ее, блин, поднимать. Тоже с одной стороны. Опа. Так, вроде тут все закрыли. Закрываем ворота. Вторые тоже. Куча дверей, куча замков, блин.
Кугу, поехали дальше. Все, погнали. 11 километров, 13 минут. Дозагружаемся. Я сейчас пока бумаги забирал. Там такая табличка стояла. И написаны были, типа, ну, имена. И меня вот прикалывает у немцев, которые делают, дают им двойные имена с двойными фамилиями. То есть там была Лина Мари, что-то там Шульц, Шнельек Шульц, по-моему. Что-то, короче, такое было. Блин, два имени, две фамилии. Вот как по факту вот ее называть? Так вот, что, целиком все выговаривать? Да. Так, сейчас на второй тоже по-любому отцепляться придется. Тоже с рампы грузят. Так, а у нас тут что закрыто? Полоса. Наша закрыта, по ней ехать нельзя. Чувак, пропускай. Молодец. Вот, кстати, кто будет ехать вот по такой полосе, которая стоит на электронном табле закрыта, 100 с хреном евро, по-моему, штраф. И еще могут вдолбать пункт за то, что, типа, если это было опасно или не опасно. А в конце еще где-нибудь могут полицаи стоять с камеры и фоточки делать. Вот, блин, румын встал прямо машины на заезде. Я еле влез, блин. Вот другого места вот не было. Чуть до этого или еще что-нибудь. Я, кстати, там до этого не туда заехал. Не то был умный, встал прямо на завороте. Катастрофа. Так, сейчас мы сдадим назад и пойдем в дорожку. А, ну да, парканулись там, а теперь будем сюда заезжать и здесь стоять. Вообще логика, блин, если мы на этой фирме выгружаться. Причем у него термин на выгрузку только завтра, в 7 утра. Ему сказали, типа, стой и жди где-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а что это я? Мне же погрузчик еще надо скинуть. Погнали. Скидывать погрузчик будем. Так, пойдемте посмотрим, нормально мы там встали или нет. Сейчас, короче, если он скажет, что мне грузить до 18 палет, я их просто все трамбую в прицеп. И все, я не буду на машину ставить. Нормально, идеально. И все, потому что, блин, что-то сейчас двери открывать, потом мучиться закрывать, все. У меня в прицепе так 18 штук лазит, так что нормально. Пускай груз не особо тяжелый, там копейки весят эти чипсы, блин. Сейчас надо будет только дождаться его. Все, я загрузился, погрузчик зацепил. Выезжаем отсюда. Бумаги так я тоже забрал. Все нормально. Так. Вопрос меня большой интересует. Я, наверное, зря так взял. Или нет? Так, тут мы пролезли. Вопрос вон там. Ох, бамперок, мой бамперок. Лес.
Ну и нормально. Так, у меня сейчас вопрос, у меня ось подымется на прицепе или нет? Если у меня ось на прицепе не подымется, тогда я и на машине опущу, потому что ездить вот так вот именно, когда на прицепе ось опущена, на машине поднята, очень дебильно, потому что машина жопу плывет, особенно на поворотах, ты замечаешь. Сейчас мы чуть-чуть проедемся. Блин, вроде то ножа особо нету, но, видимо, ему уже хватает того, чтобы ее не поднять. Ладно, с другой стороны, не буду я опускать пока на машине, потому что у нас только автобаны и только прямые. Так что можно так пока ехать. Пропустите скорую кто-нибудь, чувак на Пассате, уезжай. Так, все, мы на автобане. Ставим расстояние впереди. Едущая машина на максимум, темпомат. И погнали до места, где я буду спать, ближайшего. Так что на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Те, кто в первый раз на моем канале и досмотрел до конца, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам. Давай, давай, да у тебя следующее место там есть, ползи на. Да я канал такие заворотики. Так, нам сейчас вроде показывает. Пока мисс, да? Так, а тут надо пропускать кого, нет? Типа навигатор? Типа нам сейчас пока... Не, нам прямо следующее. Мне этот сюда заводит направо, блин. Нам же... Подожди, Ридель... Нам сюда направо? Нет, меня следующее показывает. Ну, в смысле, если верить Гуглю. Охренеть, мы за собой там толпу собрали. А нахрена тебе там поворотник налево? Киндер-клиникум еще что-то. А тут шранки сами. О, открыли. Так, нам в теории налево. Ты заехал? Нифига они тут строят. Прикинь, насколько котлован вырыли там вниз. Я надеюсь, мы первые. Так, нам на... Ну, в теории, правильно, мы туда. Я не знаю, повернем мы там или нет, но мы, по крайней мере, едем по... Да, блин, поставили этот знак там. Так, смотри, еще зелененький горит там прямо. Да нет, вроде выглядит, фуры заворачивают.
Ну, тетя хоть посмотрела, дорогу переходит. Да сколько тут этих шранок-то понаставили? А. Тебе что там тормоза свистят, блин? Блин, Саня. А мы не залезем. А я не залезу. Нет. Нет, стой. Я слева в угол вижу. Главное, чтобы сейчас шранкой не закрылась. Да, сейчас. Куплю Штарк и Берласта, блядь. Сейчас они здесь справа припаркуюсь, подожди, там бетон Миша стоит. А, пох, пускай стоит. Сейчас, секунду. Блин, ухо выпало. Давай, давай, залазь. Сюда, 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 еще тяни сюда. Давай, левее, 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 левее. Линкс, 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 линкс. Все, давай, давай, прям, давай. С своей стороны влазишь, здесь есть. Да, влазишь. А, тут пролез. Все? С твоей стороны залез? Все, нормально. Ёма, Найна. Пипец, сколько здесь рабочих, которые сейчас звонят. А вы что, вы насчет доставки сюда? Я уже все договорились, уже ставим. А, я приеду только через час нафиг. Че, будешь пробовать? Нафига ты, блин, мне их поставил? Я специально сзади их кинул, чтобы потом грузиться, чтобы мне их не сетовать. Короче, приедут через 45 минут. Вот все-таки есть плюс, когда ты на такие стройки приезжаешь не один, и тебе кто-то может помочь, а не ты должен постоянно бегать, блин, а и на вилке подтаскивать груз и так далее, блин. Приехали вдвоем, один закрывает, другой разгружает, подталкивает. Удобно, быстро. А одному заколебешься. А на поездке дня выгрузить меня, знакомого, который со мной приехал, и еще двое должны приехать, которые я должен выгружать. А как мы выезжать отсюда будем, сам черт его не знает. Так что будет видно. Не устал прохлаждаться? Короче, выгрузил я себя, там заехал наверх.
17 тоник, Мерседес с краном, он сейчас себя будет выгружать. Я вот так с горочки спустился вниз, стал. Сейчас там он протянет, откроется, я не знаю, будет там нам место возить наверх или не будет. И это я только себя выгрузил, блин, время 8 уже. Да. Чувствую, я отсюда не скоро уеду. Ну, пойдем работать, наверное, или ждать. Блин, тут такой спуск. Тормоза держите, фурума. Так, кто знает как... Ау, бля! Твою! Ну, это наверх. А что, она не защелкивается? Не держится? Давай, я подержу. Ну, в теории, вот эта штука должна толкнуть. Но вот это должна туда выйти. Значит... Женя, эту задачу тебе не сделать. Давай. Как? Да, давай. На открытую. Да, ну у тебя с каким усилием нужно ее тянуть? Нет, смотри. А ты, блядь, пиздюк, потому что меня заклинил тут как-то. А? Все, не работает? Подожди, вот это зихерует. Ну, ты его открыл. Эту открыл? Что? И это сейчас варил тот, который... Ну, принцип ее работы, как бы, она сейчас открыта? Открыта. Защелкнул, потому что эту не надо было тянуть. Но она, по идее, вот это упирается вот в эту штуку. Еще на меня открыть. Женя, ты не откроешь. Убираешь зихрон, если просто... Все, вот. Что, разъебался? Нет, тут сломался. Короче, эту отщелкиваешь, она отщелкивает. Да-да, это должно. Да. Она у него не отщелкивалась. Это ты перетянул, потому что... Да что, сротина сразу? Уже сзади? Да. Можешь спать идти. Куда идем мы с пятачками? Вон сзади там идут. Мы идем смотреть, как мы отсюда выезжать будем. Жопой выйти так же, как мы сюда заехали. В теории можно, в практике хрен. Главное не нервничать. Время 10 часов. 10 часов я выгружен. Знакомый выгружен. Стоят там еще двое сзади. Я уже чилю тут. Я вон вонючку уже запалил с лавандом, чтоб уже немножко расслабиться. Это трэш полный. Это не стройка, это говно. Сейчас нужно отъехать. Потому что там люди нужно забрать их багер вниз туда. Ребята, вы бы знали, сколько боли и унижения пришлось вам коллеге на полуприцепе сюда заезжать. Это был ад. Он собрал там все бордюры, он не мог завернуть. И вы вот спрашиваете, почему? Паровоз лучше, потому что на нем можно завернуть так, как ты не завернешь на полуприцепе. Он мучился вообще. Катастрофа. А время у нас почти 11:30. Я всех выгрузил. И сейчас вот пытаюсь отсюда выйти. Ну, блин. Тоже такое не очень дело было. Там кто-то стоит сзади. Мне это, чтобы они там шранку открыли. Все, выбрались отсюда. Можно сказать. А, вот это трэш. Вот это загрузки трэш. Сейчас жду адреса, чтобы грузиться где. И еду на загрузочку. Вроде уже говорили, там 40 километров, по-моему, так что нормально. Сейчас надо, кстати, позвонить, спросить.
Очередная история. Я также был загружен пенопластом. В бумагах стоял адрес, и я, как всегда, поехал по нему. Ехав по главной дороге, мне навигатор говорит: сверните, пожалуйста, направо. Я смотрю, идет дорога, асфальтированная, но в поле. И совершенно ничего не было видать, за деревьями ушел. Есть ли там жилые дома или еще что-то? Я думаю, ну, может быть, как всегда, там в моем духе, там коровник, еще что-нибудь утепляют, что-то строят. Ладно, свернул, поехал. В итоге уже дорога под конец становилась узенькой, и приехав на место, я смотрю, что там просто негде развернуться. Ко мне бежит чувак, говорит: ты что тут забыл? Я говорю: я привез пенопласт. Он говорит: сюда никто ничего не привозит, здесь я только все подготавливаю, здесь и негде разворачиваться. Я говорю: я как бы уже заметил, что будем делать. Говорит: у тебя и адрес не тот стоит. Я бумаги показываю, он говорит: нет, тебе должны были сообщить именно адрес фирмы, которая это заказывала, и они уже потом сюда это привезут на маленьких машинах. Я говорю: круто. Долго не думая, созвонился с менеджером, узнали адрес, куда это везти, и все. И мне пришлось почти весь этот путь выталкивать задом машину. Доехав до перекрестка, я подумал: нет, на саму дорогу до конца я тоже задом не поеду. Ну и начал заворачивать там кусты в поле и выезжать оттуда. Так что вот такие вот тоже интересные истории. Они происходят частенько, но, к сожалению, либо камера не под рукой, либо еще какие-нибудь обстоятельства. Ну, знаете, оно такое постоянно.